Корсар Супер. Двухкомпонентный гербицид против однолетних и некоторых многолетних двудольных и однолетних злаковых сорняков на посевах бобовых культур. Препарат обладает расширенным спектром действия и увеличенной биологической эффективностью. Полностью безопасен для культурных растений. Моментально останавливает рост и развитие сорняков. В зависимости от погодных условий, видимые признаки угнетения сорняков проявляются через 1-7 дней после применения, а полная гибель сорных растений наступает через 10-14 дней. Корсар Супер не фитотоксичен для культур при соблюдении регламентов применения. Действующие вещества, входящие в состав препарата, быстро метаболизируются в растениях сои и гороха. Август. С нами расти легче.